Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале питомника Марини и Стик. Сегодня 14 августа 2020 года. И нам сегодня крупно повезло с погодой. У нас сегодня жарко. И посмотрите, как рады такой погоде малыши. Это деточки-лялечки, которые резвятся на травке. Я специально выпустила их погулять только Стасенька и вот Кисуля с нами, для того, чтобы показать именно деток, потому что два из этих трех щеночков находятся в продаже, чтобы потом мне не задавали вопросы, а кто из них продается. Продаются белая в шоколадных пятнышках Аурелия девочка и лиловый триколор Атос мальчик. Лиловая малышка Антарис уже в резерве. И с нами живет, потому что ждем вторую прививочку. 23 августа малышне уже исполнится 3 месяца. Дети научились бегать по лесенкам. И вот еще вторая причина, почему я закрыла всех взрослых дома. Потому что как только я пытаюсь сделать видео, малыши самостоятельно взад-вперед бегают то на улицу, то домой. Потому что взрослые собачки именно так себя и ведут. Кто-то погулял, бежит домой. Кто-то захотел погулять, выбежал обратно. Для того, чтобы поймать детишек в кадр, я вынесла только детишек на улицу, а взрослых закрыла дома. Но при этом детишки, как вы видите, тоже не хотят сидеть на месте. То им надо на лесенку, то они по травке носятся, убегают в травку. Детки, детки, детки! А с нами гуляет Асечка, красоточка наша. Детки, 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 детки. Хочу их сюда позвать, чтобы они окончательно не убежали домой по лесенке. Атос, малыш! Дети, 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 дети! Дети, дети, дети! Ай, малышня, давай, давай гулять, давай, давай гулять! Вот какие сладкие, ласковые попки! Давайте по травке бегать! И Кисулька к нам пришла! Да, всех больших собачек дома оставили! Только маленькие с нами гуляют по травке. Да, и Асечка с нами гуляет, и Асечка с нами гуляет. Асечке в октябре 12 лет. Мы, скажи, бегаем, нормально бегаем с малышами, скажи, виляем хвостиком, участвуем в прогулках, чувствуем себя, скажи, великолепно, зеваем, говорит, загораем, счастливы и довольны. А толстенькими, скажем, мы с детства такими были всегда, потому что козахолосые такие собаки любимые, должны быть толстые, все. Вопрос коза закрыт. Мне очень нравится девочка наша Аурелия, красавица. По анатомии, по телосложению, вот насколько можно видеть это все даже на камере, когда она двигается, какой у нее красивый корпус, какой у нее выход шеи, какая у нее спина, какая глубокая грудь, какой великолепный постав задних конечностей, идеально посажен хвостик. Девчонка, ну просто супер, крепышка, с такой красивой осанкой девочка, что просто любо-дорого посмотреть, когда она начинает двигаться. Листик нашли. Вот смотрите, еще середина августа, а у нас почему-то уже желтеют листья. Ушки малышам подклеиваем периодически, потому что ушки большие, красивые. Но малыши не дают нам помочь поставить им ушки. Они их постоянно счесывают. И получается, что у нас такая работа. Мы приклеили, они оторвали. Мы приклеили, они оторвали. Но в скором времени они к этому процедуре привыкнут. И, в принципе, поставим ушки так же, как и всем нашим щенкам. Ставим ушки замечательно. Если бы хотя бы недельку они ходили с подклеенными ушками и друг другу бы их не помогали отрывать, процесс пошел бы просто быстрее. А так, ну, как обычно, как повезет. Да. Вот такие мы большие, здоровенькие, красивенькие. По характеру немножко разные. Атос как был маленьким, спокойным, так, в общем-то, собственно, и остается по такому характеру, скажем прямо. Аурелия девчонка как была такая шебутная, любопытная, лоскучая, игривая. Везде ей надо, в коллектив ей постоянно надо. Так и остается. Ничего не боится. Везде ей надо, все ей надо. Очень конкретно отвечает вот в стае, если мы... А вот про эту девочку сейчас рассказываю.
если мы пытаемся, ну, например, пытается кто-то из собачек, щеночки, Энтони начинает с ней играть, прыгать, то Антарис боится, ей не нравятся такие игры, она начинает кричать, убегать, пугаться. Так, куда малышня ушла? Вон, куда малышня у нас ушла. Аурелия дает сдачи, причем так конкретно начинает ругаться, рычать, нападать и кусаться. То есть абсолютно такая деваха, которая может за себя постоять. Вот какая красавица девочка. Просто загляденье. Такая куколка ждет мамочек и папочек в нашем питомнике. А Тос более спокойный по характеру. Антарис вообще... Вот как была такая девочка, ну, вообще не лезет ни к кому, ни хулиганить, ни вот, скажем, вредничать, ни драться ни с кем, ни доставать никого. То есть, ну, вот три ребенка от одних и тех же, понятно, что родителей, да, из одного и того же помета, две девчонки, один мальчишка, и такие разные по характеру. Ариэлька еще была с нами, вы помните, вот подписчики нашего канала помнят. Ариэлька была самая маленькая, самая вредненькая, самая такая вот кусачка. Она уехала в компанию к взрослой чихуашечке, так что никто не пишет мне ничего плохого. Значит, прижилась. Но, вот скажем, про характер собачек еще раз порассуждать. Мама, папа одни и те же, характеры у всех абсолютно разные. Вот нам бы такую погодку до конца лета, можно было бы и самых маленьких выводить погулять. А у нас как-то вот она совсем непонятна с погодой, непредсказуема. День очень холодно, вчера было плюс 11 градусов, мы все спали просто... Ужас какой-то был, пасмурный день, тяжелый такой, атмосферное давление было, видимо. А может быть, даже какие-то бури, потому что все щенки спали целый день. Никому ничего никуда не надо было. Сегодня с самого утра солнышко, малышня вся бодрая, активная. И, извините, у нас продолжается стройка, поэтому здесь, сами понимаете, процесс идет, строительство. А малышня, конечно же, хочет поучаствовать в процессе. Вот такие малышули. По Санкт-Петербургу, Москве эти детишки уже готовы, скажем так, к переезду в новую семью. Антарис у нас уезжает в Сочи, поэтому до октября она остается с нами. И будет участвовать в видео, так как живем все вместе, растем все вместе, набираемся иммунитета. Здоровья. Гуляем, как вы видите, в хорошую погоду гуляем, в плохую греемся дома. Ну, что делать? Да, ребята, я хочу их поснимать, и они прямо за моими ногами. Так. Дети, хотя бы как-то, чтобы я вас поснимала втроем-то, поиграйте. Во, пошли, красотульки. Вот такой красавчик у нас Атос. Аристократ. Оти, оти. Дети. Вас еще в кадр поймать. То тут, то там. И бежать. И бежать. И куда же вы бежать? Ну, давай, кисуля, ты хотя бы как это... нянечка с ними, походи, погуляй. Куда кисуля, туда дети. Иначе они все у меня в разные стороны разбегаются. Погода шепчет. Сегодня вот реально просто настолько жарко, что очень-очень даже тяжеловато на самом деле. И вы видите, щеночки начинают немножко побегали, уже начинают пыхтеть, высовывать язычок, поэтому на прямых солнечных лучах мы, конечно же, с ними долго не гуляем, но вы видите, у нас тут есть такая территория и солнышком, и без солнышка. Здесь у нас тоже продолжается, как вы видите, стройка, поэтому присутствует. Во, это наши мамульки со щенульками дома, окно открыто, жарко, очень жарко, проветриваем дома.
Зато здесь вон сколько места погулять. Песочка уже нет, к сожалению. Наш пляж для чихуаш закатали бетоном. О, наши взрослые собачки кричат из окна. И малыши вот так вот бодро и активно бегают. Киска у них как сопровождающий. Так, я за ними не успеваю. Вот и все. Наши попки убежали. Сейчас мы их догоним. Вот такие у нас чишки активные, детишки. Так. А вот очень хорошо, да. Опа, это кого я тут нашла? Антарис. Так, а где остальные? О, Ася ругается. Ася, я тут, Ась. Правильно, зови щеночков. Ася зовет щеночков. Зови, зови, куда они все пошли? Я их зову гулять, и они домой убегают. Такая погода у нас, боюсь, что это уже последние наши радостные вот эти теплые денечки. Хотя, в Ленобласти, вот в нашем Лужском районе, очень часто бывает сентябрь, так называемое бабье лето, когда на самом деле на улице вот гораздо лучше, чем сейчас, потому что тепло, но не душно, не жарко. Да, Асенька, сейчас и тебя домой, да. Поругайся, чего они ругаются? Правильно расскажи им, что им надо там, ругаться им надо. Опа, дверь забыли закрыть на крючок. Что ты ругаешься, Асик, сейчас мы с тобой погуляем с детишками, да. Ты зачем их уводишь домой? Пусть гуляют на солнышке, да. Вот такие попки. Пошли на травку и малявки. Малявки и пошли на травку. Ась, ну ты-то хоть не будь как маленькая. Эти там, ладно, закрыты, они возмущаются, что они закрыты. Ты вой, Масик там вот стоит, ждет. Что ты ругаешься, что? Да. Пусть детки погуляют, детки тоже гулять хотят. Что ты ругаешься? Детки подросли, самостоятельно уже вон убегают домой, выбегают на улицу. Да. Тасенька. Да ты чё? Ой, вредоносные этого создания-то, господи. Да. Чего вы все недовольные? Кто такие красивые дети? Опачки. Малышки. Красотульки. Гуляете? Смотрите, как здорово, когда у вас никого нет, только тетя Киса. О, место побегать есть, никто не обижает. Беги к нам, Атос, догоняй нас. Догоняй тетю Кису. Вон она, тетя Киса. Ай, умница, гуляйте. Кисик, поводи их, погуляй с ними. Пусть немножко побегают, я их на камеру поснимаю, а то все время я говорю, эти щеночки у нас продаются, и никто не может понять, кто у нас продается. Бегают вас всех много в кадре, поймать хоть щеночков на продажу. Фух. Классная погодка, аж прямо вообще хорошо на свете жить. Настроение хорошее, когда такая погодка. Ну, в принципе, когда пасмурно, тоже. На даче здорово, красиво. Так, за тетей Кисой по новой. Опять скажи, ну иди, Кисулик, давай, води. Атос! Атос, как настоящий мужчина, проверяет доски, лопаты, стройматериалы. Все, как положено. Помощник растет. Как же без процесса? Надо помогать, скажи, проверять, нанюхался, почихнуть. Пойдем догоним тетю Кису, куда она опять умчалась у нас. Пойдем, Антарис, догоним. Атос, догоняй. Опять тетя Киса у нас убежала куда-то. Убежала тетя Киса. Яблочки еще не созрели уже. Вот она, тетя Киса. Пошли в обратную сторону. Ты что, ребенка-то там бросила? А, тетя Киса? Куда-то увела, главное, малыша и оставила. Ой, какая девочка красавица. Так, а где ребенок? Вот он несется. Ай, скажи мне, и одной хорошо без вас, да? Опа. И в ямку бух.
Так, тетки, ты их так это только совсем уж не уводи туда, чтоб мне их не найти было. О, как хорошо. Ой, ой, ой. Ой, ругательные создания. Ой, ругательные создания. Да. Здесь уже тенечек попрохладнее, не так жарко, как... как с той стороны нашего огорода. Вот сколько места для беготни. Сколько места для беготни, малышей. Не прыгай, Атос. Иди по тропинке, вот молодец. Кто меня целует? Кто меня целует? Ой, ой. Комментаторы наши услышали мой голос и сразу фо-фо. Такой смешной. Такой смешной, такой красивый, бегом, бегом. И Анталис тоже, давайте гулять. Ой, божечки святые, как я ногой в доску, бух. Бух ногой в доску, засмотрелась на вас, да. Бух. А вам не страшно, скажу, ну мне страшно, да. Игрушку щенок везде найдет. Нашли камушек. Надо друг у друга поотнимать камушек. А здесь какая-то засохшая травинка.
А, это шишечка, что ли? А улитка. Я думаю, что они нашли. Стучит по бетону, как будто что-то такое, типа камушек. Это не камушек, это была улитка. Нашли улитку. У нас здесь кустарниковые улитки. Я уже делала о них видео в плейлистах про улиток на канале нашего питомника. И вот эти раковины везде тут валяются. И Антарис с ней играет. Антарис, у тебя там в Сочи виноградные будешь ловить. Хеликсы. Всякие разные. Так, Атос куда-то пошел. За кисулей. В травку. Антарис с улиточкой развлекается. Все, нянька киска ушла от вас. Вот такая маленькая улиточка. Что, потеряла улитку, она у нее между лап лежит и ему не может найти. Нашла. Взяла в зубки. Вот щенка. Жизнь прекрасна. Все игрушка, скажи. Вот такая вот ракушка тоже игрушка. Кисулька ушла в дебри. Орешника. К нам вернулась Аурелия, вечно счастливый, хвостовилятельный. Аурелия выходит гулять одна. Вот если дверь открываем, Аурелии компании не нужна. Аурелия сразу бегом на улицу, и все нормально. Пошли туда, детишки. Здесь, где нет солнышка, сразу комарики есть. Кисулька у нас где-то там. А вон наша кисулька гуляет. Ну, дорогие друзья, вот такая у нас прогулка с малышами. Да, а то скусила Аурелию за попку. Да. Ага. Вот так вот, скажем, умеем. Антарис, похоже, со своей улиткой там осталось развлекаться. Карта памяти подходит к концу. Запись может резко остановиться, поэтому я заранее хочу попрощаться с вами. Если вы не подписаны на канал нашего питомника, приглашаем подписаться, чтобы не пропустить новые, интересные, а возможно для кого-то и полезные видео о жизни наших питомцев. А с подписчиками нашего канала надолго не прощаемся. Ой, как красиво стрекочет у нас. Так, малявки. Увидимся в новых видео. Желаем всем отличной погодки, хорошего настроения. Крепкого здоровья вам и вашим питомцам, чтобы они приносили вам только счастье и радость долгие-долгие годы. Вот травинка тоже игрушка. Васенька, тебя с лапушек сбили, да? Жорко тебе. Кисулька, о боже мой!
как-то с дракошки-то скатилась, смешно. Играйте, играйте. Все надо, все надо. Убежали домой, девчонки, оставили парня одного. Тосик, они тебя бросили. Ну какие девчонки. Тосюшка. Жарко. Жарко, Оська. Ой, позевушки, скажи, ой, позевушки. Ты такой быстрый, у тебя в камеру не поймать в кадр. И девчонки наши. Ой, вон они там по лесенке бегают, наши девчонки. Кисик, куда ты увела девочек? Куда ты девочек увела? Все, забежали домой девочки наши, да? И Масик там сидит с ними. Ну иди сюда обратно гулять.